почалися заводи. Тому що воно загрізняє наше місто. Не продавали би машини, були тільки електромашини. Казали би всім, щоб ми помирилися, не воювали. Я для людей дуже теплі шуби зроблю. Що там потілі всі зімою? Щоб зімою всі грілися. Я зробив так, що не два було вигідних, а п'ять. І щоб на роботі давали зарплату 5 000 доларів. 3 мільйони євро. Я би сказала, щоб ми посадили рідкі цвіточки і дерев'я. Я б сказала, щоб всі дороги відремонтували. Открив би завод. Которые делают машины всякие и все такое. Ламборгини, там Феррари. Школу побольше построил бы. Я хотела бы, чтобы повсюду всегда убирали, чтобы было все чисто. Чтобы цены стали меньше. Я бы дала детям, какие в детских домах, денег, чтобы на учебу, на книжки, на еду им хватило все. Я сделала много садиков, много школ, много музыкальных школ, кружки всякие. Все были бы собаки бы у своих хозяев, чтобы этот кошек не было бездомных. Вместо машин зробив бы трамваи. Я бы сделала, чтобы дети не ходили в школу, чтобы цены в магазинах были меньше. Чтобы было все бесплатно. Я бы очистила все речки, увеличила пенсию, зарплаты. Я бы сделала, чтобы все было бесплатное, не было работы. Еще сделала больше каникул в школе и меньше контрольных. И еще я бы сделала вкуснее еду в школе. Якби я був мером, то я робив багато олімпіад. І щоб кожен день був футбол. Я би вигнала всіх бандитів із міста і закрила тюрми. Відкрила завод солодощів. Шоколад був дешевле, по рублю.